Так. Посмотрим, что у нас по арсеналу. Пожалуй, надо закупиться. Перед столь важной миссией. Так. Закупаем сейчас. Сколько ядовитый газ стоит? Офигеть. Дымовая бомба. Купить. 2006. Так. Ну и в принципе на этом все. Да? Смотрите, как мы хорошо сыграли в тот раз. Просто шикарно. Так, ну теперь нам нужно бы... Да, фига у них там нормально с этими, с разговорчиками. Так. Ой. Так, хорошо, все, я тут. Сейчас нам придется осмотреть территорию. Дополнительное задание скрытое убийство и убийство выстрелом в голову. Но это сложнее немного. Оставим на десерт. Так. Ага. Так, и вот там какая-то есть... Так, вот тут двое стоят. А, нет, тут стрелок. Ну, поэтому мы сейчас используем вот такую вот штукенцию. Один в голову готов. Но спрыгивать на них я почему-то не рискую. Но, в принципе, можно попробовать. Хотя зачем? Стоп. У нас заданий такого нет. Только чтобы чисто облегчить себе немного жизнь. Так? Так. Здесь у нас есть какой-то... Чувак. Видимо, стрелок. Только я не знаю, с какой он стороны. Ну, вот тут, видимо, где-то. Ага, вот он. Давайте выстрелим в голову. Отлично. И еще под нами один я видел. Вот это я зря сделал. Убегаешь? Зачем? Я хочу тебе всего лишь рожу набить. Ну и все, с этим мы тоже разобрались. Клинок у него в башке, но почему-то мы не можем его достать, забрать. Может и можно, но я не знаю как. Дальше, идем вперед. Сейчас вот здесь... А можно было, кстати, с правой стороны зайти, там какая-то подсказка очень интересная. Бачки, вот это я нифига вовремя. А можно... А, стоп, стоп, куда ты? Я хотел... А, скрытное убийство. Ладно, пофиг. Ну ладно, Арно. Что-то ты тупишь. Вот что он делает? А где он, кстати? Я даже не вижу. Вашим соратникам будет что-то есть. Так. О, мадемуазель. Ну, как сказать, мадемуазель. Не мадемуазель, но... Почему? Ладно, не важно. Так, а вот отсюда вас можно латуши заместить. Так. Бесконечно пополняя свои запасы. Вы ага. Детей Франции! Прошу вас, выпустите! Всех
пройдемся, смешаемся с толпой. А, не, нельзя... А, все, смешались. Все шикарно. Стрелок наш не, нас не замечает. Все заметил. Так. Так, этих... у тебя лучший товар в городе. Но тебе пора делиться. Я решил ничего не платить. Держись. Нас не оставь. Шикарно. Так, осмотрим. И пойдем месить латуша. Погнали. Лекарство. Это очень круто. Так. Да кто ж замечает-то? А, вот что фишка-то. Можем сделать скрытно. Давай, погасни, погасни, пожалуйста. Так, отлично. И вот тут еще один был. А, одно скрытное мы сделали? Это, видимо, только что. Так, а где-то еще наверху, что ли, было, я не знаю. Еще один. Друган его здесь-то. А, вот он здесь ушел. А, он этих начал осматривать. Так, хорошо. Ну-ка попробуем. Сможем, нет, как вы думаете? Не, не скрытное получилось. Ладно, жалко. Пофиг. Я не думал, что он через окно залезет. Так, все, идем. Так, и тут какой-то восклицательный знак. Так, что бы это значило? Глянь, Юго. Это наш вор. Назад, живо, понял? Так, так, так. Давай, давай, давай. Радуешься? Выпусти нас. Спасаю. А дверь? Ключ у кого-то из стражи. Я вас понял. Что там такое? А что они сказали? А, ключ видим. Блин, простите, откуда это он тут взялся? Давай, иди сюда. Вроде скрытный был, да. Хорошо. А, откуда? А, у него! А я думал того, которого я здесь убил, да, этого. Может, табак? Да, его здесь нет, видите? Я тут одного замочил, но он ожил, типа. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так, что ты делаешь? Да перелезь ты уже. Да ё-моё, Арно, ты что делаешь? Ты перелезь. Чё ты через окно не можешь? Ошибись, перелез. Сейчас, что там? Я не хочу умирать. Так, интересно. Сейчас, секунду, надо посмотреть еще одного. В принципе, ты еще один остался, но где? Выпусти нас. Мое следующее слово станет последним. Ща выпущу, погоди. Я не хочу умирать. Не, прятаться не будет. Ладно, пофиг, жмем. Эй, я думал, сейчас бунт так, будет. Что? Это называется спасать. Зачем? Я считаю, что тупость, невзирая на все свои многочисленные недостатки, не является тяжким преступлением. А это тот чувак, который нас сам первый задание, по-моему, гонялся просто за нами, да? Отойди и пропусти меня. Дальше! Блин, а меня не засекут? Пошли! Я же, типа, не такой беспалевный. А ничего, что у меня пистолет, знаю, шпага? Вряд ли. Да у... Не, пожалуйста. Во.
Офигеть, конечно, я беспалевный. Уволен? Но за что? Мсье Латуш, ваш донос изобиловал ошибками. Мсье, я трижды проверил все цифры. Ошибки нет. Из казны его величества пропало 10 тысяч ливров. Мне жаль, Латуш. Удачи. Это Латуш? Офигеть. Мсье Латуш, вы занимаетесь налогами? Да, мсье. Мне нужен такой человек. Паразитизм чистой воды. А это что? Это когда жадные подонки гребут все под себя. Знаю вы хоть часть того, что знает наш главный. Так-так, и кто же для тебя главный? Отлично. Да направит вас отец понимание. Да направит вас отец понимание. Какова ваша воля, магистр? Вы поступаете в распоряжение нашего агента в конвенте. Лепелетье? Нет, Лепелетье полезен, но он не единственный. Месье Латуш, знакомьтесь, Максимилиан де Робеспьер. Месье, я вижу, Версаль заполонили паразиты. Теперь куда-то надо валить отсюда нафиг. Погнали. Так, не сюда. Пардон. Надымили. И валим отсюда. Все, шикарно. Справились. Они снова за нас взялись. Черт, как не вовремя. Работаю над этим. Мы уже близко. Конфликт Арно и Жермена будет длиться несколько месяцев. Но мы не знаем, где и чем он закончился. Тебе предстоит это выяснить. Готово. Портал открыт. Окей. Если повезет, это твой последний переезд. А если нет, получишь гипокомпальный шок и будешь жить на внутривенном питании до конца своих дней. Давай думать о хорошем. Угу. Ну хорошо. Сейчас посмотрим, что там у нас за портальчик. Угу, он достаточно легкий. Так, а где-то мы? Ага. Это место может показаться тебе знакомым. Ой. Париж, конец 14 века. Офигеть. Ты находишься за городской стеной. Найди проход внутрь. 1394, что ли? Это ж вообще. Так. Нам сюда. Осмотрим сейчас, куда нам дальше. По всей видимости, на этот столб. Да. Ну, хорошо. Идем правильно. Здесь галлюцинации какие-то. Ладно, я предлагаю, немного надо ускориться. Так, судя по всему, нам наверх. Ну ты же ассасин, выберись. Попробуй выбраться через верх. Ты же любишь попрыгать? Ага, они нам вход сделали. Так, хорошо. Ну, с Латушем, конечно, вообще надо было...
Можно было... Ух ты, просто... Ой-ой-ой. Можно было... Не таким образом с ним разбираться. Так. Ну, нам здесь камера показывает, что нам явно наверх. Вот, побежали. Так, сейчас нам придется немного поворачиваться. Что за кубики какие-то летят прям? Отлично, у нас есть шанс. Но у нас круг сужается, видите, красный. Или что бы это значило, я не знаю. Я покинул каменоломню, давай. Арно. Так. Так, все, выполнили задание. Так, ну нам надо через мост перейти. А, карта. Так, хорошо. Значит, нам сюда. Так. Какой-то он немного разрушенный, я бы сказал. Ну все, мы выбрались. Не пришлось бы нам штурмовать этот замок. Хотя он выглядит даже как какая-то картинка двухмерная, мне кажется. Могу ошибаться, конечно. Уже почти. Так, на нас летят камни. Вот это я зря. Пожалуйста, давай. Так, сейчас мы переждем. Надеюсь, это укрытие выдержало. Не выдержало. Так и знала. Деревянное укрытие, конечно, против таких-то валунов. Так, ладно, я буду уворачиваться. Но проблема в том, даже куда бежать толком иногда не видно. Ну, вот сейчас вот явно нам в портал. Какой голос? У меня... Вот это я опять зря. Давай, давай, давай. Давай, давай, пожалуйста. Только не сдохни, Арно. Давай. Давай. За цепь хватайся. А может не хвататься. Отлично. С заданием справились почти что на 5. Это была какая-то часть компании Бастилия. Достаточно короткое задание. Друзья мои, видимо, патч, который я нашел, то есть более-менее гораздо лучше. Скоро будешь дома. Сейчас объясню, короче. Сейчас в Париже многое изменилось. Надо менять это обратно. И к Жермену мы не приблизились. У меня есть зацепка. Одно имя. Кто? Робеспьер. Так вот. Патч. Я попробовал его, и как видите, вроде бы по сравнению с той серией, здесь просто шикарно. То есть, никаких таких сильных лагов, тормозов. Патч работает на оценку 5. Особенно также заметно это в катсценах. Нету этих подгрузок. Даже не подгрузки, а какие-то отставания.